За что вас доставили в ОВД? За угон машины. Как вы, при каких обстоятельствах ее угнали? Вышел с магазина, увидел машину открытую, заведенную. Был в состоянии опьянения, соблазнился, сел в машину, уехал. В какую сторону направились? В город Махачкала. Что планировали сделать с машиной? Определенных целей не было, да, так сел, покатался, ну, покататься и приехать. Как в итоге вас задержали? Задержали машина Патриот УАЗик, то есть догнали, остановили, после чего выяснилось, что машина уже в ориентировке. За что вас заставили в ОВД? Сели чужую машину и уехали. Как вы проникли в эту машину? Машина была открытая, машина была заведена. А вы где обнаружили ее? Здесь у нас в городе Беляске. Дальше куда направились? Сразу Махачкала. Вы не одни были? Да, с другом. Что планировали сделать с машиной? Абсолютно ничего, просто катались.